Ура. Окей. Все-таки стоит там ждать воссоединения у вас с Леной или нет? Но я могу так ответить, что я не держу зла на Лену вообще, что, ты знаешь, конфликт, он может быть в любом случае у каждого из нас в этой жизни, мы все ругаемся, мы с Леной неоднократно в жизни ругались, когда мы даже были в тату, да? Мне кажется, что все решаемо, вопрос желания. У меня не было протеста не работать с Леной, это не моя идея, и вы задаете желание. Если она захочет, ты согласишься? Мы поговорим. Вот как бы я открыта к предложениям. Мы попробовать какой-нибудь другой жанр с тем, что там с голосом. Например, шансон? Ты знаешь, есть идея, кстати. Кстати, по поводу шансон тоже есть идея. Мы тут ехали тоже с Катей в машине, слушали, пришли к тому, что вообще надо экспериментировать во всех стилях. Да нет, слушайте, да я вообще как бы за любое предложение, я много всегда экспериментирую, чего-то ищу, чего-то смотрю, пересматриваю внешность, там, треки и так далее. Посмотрим. Вроде все хорошо, когда последний раз я видела, у него все прекрасно. По крайней мере, мне кажется, не то, что... Здоровье как? Я дала ему кусочек жизни, который как бы, ну вот, он выжил, он восстановился, он живой. А пока мы как бы временно, как бы, ну мы переписываемся в телефоне. Дни рождения, какие-то праздники, но мы не видимся. А Новый год где будет отмечать? С детьми? В Москве с детьми, а потом улетим числа 2-го. Ух ты. Еще такое про такое? Да. Вот. И не могла ли вот Пугачева или кто-то другой вас Лена просто поссорить и поставить? Нет, послушайте, дело в том, что я не реагирую вообще ни на кого никогда и не поругаюсь ни за кого-то с кем-то мне близким человеком. Нет смысла просто, как бы, если есть конфликт, как бы он есть, он произошел, он был, но просто мне кажется, в любом случае очень важна адекватность всегда. Вот, как бы, и больше ничего не могу сказать. Сложно поверить, что вы с Леной могли так вот поссориться сами себе. Мне тоже сложно в это поверить. Я думаю, что все-таки кто-то постарался. Лена так могла со мной поссориться. Понимаешь, сколько денег тратится, чтобы выдвинуть какой-то новый проект, да? Тату – это такой бренд, что вы внесете одну ногу в дверь, да, и вас туда втащат. Вас весь мир ждет, любит до сих пор. Да тут дело не денег, а не то, что кто куда. Нет, это все понятно. Один громкий хит, все, вы там же, где и были. Просто хочется очень работать в гармонии, понимаешь? Это естественно. Хочется работать в понимании, в гармонии, потому что какой-то, когда есть диссонанс, или... вот знаешь, я открыта. То есть я открыта вообще, я готова к любым каким-то экспериментам, и у Лены есть какой-то страх, видно ее как бы определенное недоверие, и с этим очень сложно, переубеждать все время сложно. И у нее все время меняются люди, кто с ней работает. Деле, уже третий менеджер, третий за последние там несколько лет, у меня он один. Ждем провала. Мне сложно, как бы, понимаешь, каждый раз вот она с кем-то она боится. Мне кажется, мы должны просто сесть с ней вдвоем и договориться о чем-то. Я не против. Я открыта. На самом деле, свое отношение истинно, ты... Детей. У меня собаки. Собак. Блин, я хочу ее найти. Сейчас я вам найду, я клянусь, сейчас я вам ее покажу. Ох. Я клянусь, сейчас. Ну это же такая была жесть. Ну это же надо было такое вообще, кто-то же это сделал. Сейчас, секунду, блин, как же это? Сейчас я даже скажу, кто это сделал. Надо посмотреть, а ну. Ребята, это вопрос о старости. Это жесть, это правда. Шер Мадонна. Ну, то есть, вот, как бы, вот, ну, такой я не буду, нет. Я думаю, что я сделаю себе 1000 пластической операции. Правильно. Нет, я ничего сейчас не делаю, ничего, не, как бы, то есть, ну, стараюсь, как бы, уже не трогать себя, не трогать свою внешность. То есть, кардинально? Надо немножко остановиться, да, с экспериментами поставленными. А какие вообще планы ближайшие? А кого-то из иностранных звезд уважаешь? Ой, слушай, да мне много кто нравится. Но вообще идеал вот того, что я люблю, это, конечно, Майкл Джексон. На чей концерт ты бы побежала? Или Мадонна, даже Леди Гага, Риана, Бейонс, Джей-Зи, вот их последние вот туры, все такое. Ну, как бы, не знаю, мне много Джастин Тимберлейк, мне много кто нравится. Там люди работают, там люди вкладывают, там люди отдают себя тому, что они делают, в отличие от... Естественно.